10% отдаем. Здесь кто крошу рулил? А, Кунга. Парант, я у тебя буду забирать после первого дыхания, это, как правило, 9 стаков, но, возможно, на восьмом заберу чуть поздно раньше. Извиняй, но ты поздно ролишь. Она, по-моему, не передается, но я попробую отдать. Попробуй ее отдать. Ему, это оно. Нет, она не передается, сори. Мастер, со своего линкани, сколько у меня поглот твое исцеление? Гниломорт, исцеление, поглот, говно. Ладно, довольно. Ему надо с этого стухлопу за кровь. Понял, адамки стухлопу. Мне стухлопу за как раз таки не надо. Какие-то вы неправильные, я не знаю. Ну, что, у тебя другой микстурыч? Что? Почему? Кому там рыбу надо было? Первый? Плюю императору. Император, хавай рыбу. Вон стоит. Короче, царь, ты чем меня перегнал по ХПС, я не понял. Линкани, какую у тебя там микстуру, сколько тебе показывает? Да я не знаю. На упаранта все напуливайте, Мишка первый танчит. Поехали. РНЖ набираем. Да, все это стоит. Одна сфера сбегается в царя обезьян, вторая сфера сбегается в императора шамана, третья сфера сбегается в миликов. Отвертка остается, Ути и Хамви разбежались по царю и императору. Пиздец, взял мне весь ДПС, сбил. Ну, извини. Хилы, не забывайте, у вас танчат 2 танка, у Паранты и Волман. 2 танка. После вздоха нужно будет хилить Волмана. Сейчас ебошите у Паранта как бешеные. Один особенно... метр вынести, кто? 2 метра, блять, я еще подушь, что за это. 2 метки, да. Да, бля. Император, догоняй меня, заебал, бля. Да, мастер, ты под спидами по-любому там хуяришь. Под плотиком, бля. Короче, я тебе отдал каплю, Парант. Давай, живи там. Сбежали с метками. Бегите одна скоро, я не убегу, на. Все, вам двух спор хватит, успокойтесь. ДЦ, царь? Или... Каприз? Сейчас, после вздоха этого, будет танчить Валман. Пожалуйста, прохиливайте протопала. И ему, блядь, танчить не совсем просто. Это вам не Мишка, блядь, 60-ка брони. Ах ты, блядь, рачина Кинкайс. Зачем? Не надо споры забирать, не надо, отходи. Маликет, давай на меня эти триксы. Маликет, триксы. А, ну да, он же зарок. Сейчас, короче, ребят, будет второй вздох, мне начнет Волмана пробивать достаточно больно. Хотя... Держись, нормально. Не-не, брони дохуя уже нормально, уже не... Не зеленый танк. Уже терплю. По 13 тысяч прилетает всего. 13, 21.
Нормально. Да, когда я был, блядь, 240-м, тут прилетало мне по 44 тысячи стычки, так что я из-за этого так и... Сука, ебаного императора. Сколько, ну-ка, линкани с поглотами. Бля, так на 16-ку ушел, нахуй, хуяк, блядь. Отбеги, сука. Ну, блин, у тебя была метка, и на роге была метка. Ну, блин, что поделаешь. Рога кого есть, первого... да. Кого просто первого увидел в аддоне? Слушай, ДБМ. Ты вообще бьешь, не? Что ты делаешь? О, я? Понял. Ну, прото... Мария, а у тебя в этом, в рекаунте показывает, что моя ход именно в моем КПС накидана, да? Или она от... Изи Клей, ты что-то не тот вообще шмот, блядь, собираешь. Слышь, что горе, мастер? Говно шмот. Чё? Она горе, отдельно показывает? Отдельно на всех или только на мне? Ну, в моем КПС она идет. Отдельно на всех. Понятно, короче. Это жопа. Сейчас ресну, сейчас иду ресать. По факту, если с этой трини у меня должно быть 8-9к, если бы это ХПС учитывался бы. Скажем, на Якутии живой щит, на Киев живой щит. Так что учитывается все им. Ну вот я и говорю, вот, блядь, он не считает это, пиздец. А так, если бы с ним все собрать, это где-то около 9к у меня ХПС будет. Так, смотрите, я предупреждаю сразу. Не убиваем босса, заходят на основу многие. Паладинов у нас нету, блин, херово. Упарант, ты же босса это, с колбами водить умеешь? Чего тебя император не прокнул, что так мало дал? Чего мне не прокнул? Ну все отлично, а я тогда, я просто уверен, что я в кукле умею сидеть, и я в ней посижу, хорошо? Мастер, а мы под колбы, мы обычно под колбы возим от... Тебя нахуй перебивают, все нормально. Чё там говорили? Чё ты говорил, царь? Ты мое солнышко, я смотрю прямо 19-4. Пельмешонок! Прям так сразу, сразу на сердечке. Она ещё тупо решала, блядь. Истерии? Триксы. Полироли. Нихуя, сколько полироли уже. Ты что, тоже с ГБ берешь? Ломать. Ты видел хоть одну красную, сука, полироль, блядь. Не, я ему вчера одну подогнал. Надо же с чего-то начинать, а он, походу, еще две где-то, блядь, раздал. Пассажиры дал две, да. Так, а у нас что, перекур перед профом? Давайте 2 минутки. Ну, давайте. Для всех, чтобы пусть покурит. Давай, давай, перекур, как раз я посчитаю, сколько у меня тринка нахилила за этот бой. Пиздец, у щитовода. Так, сейчас. Давай, 5 минут перекур поставь.
Че, все молчат или что? Скажите что-нибудь, у меня клаустрофобия начинается. Что тебе сказать? О, все. Воет. Воет, что ты к пиву пойдешь после рейда? Слайд, ты меня слышишь? Просит, ты меня слышишь? Плюс, пожалуйста, поставьте. Я для вас кое-что скажу. Да, просит ты. Смотри. У нас Касуки никогда не будет сбегаться на зеленого. Абсолютно никогда. Если его выбрал в цель... то он это, к нему сбегаются, а он нет. Вот. Ситуация какая? Если ты видишь, что рейд просел очень сильно, у тебя же есть рейд-фреймы, правильно? Правильно? Кто хочет уступить место твой назад? Отлично. Ты прожимаешь гимн на ХП. Если нет такой ситуации, то ты не прожимаешь его. Ну, понял, да? Я к чему клоню? Ну, молодец. Чё, есть желающие вступить в место? Прислай, ты меня слышишь? Как с ДК, понял. Шкаф поставите, путаница, ты где? Ты кто-то? Будешь в ДЦ, я похуй. Тебе ШП, блядь, как... Не знаю, с кого. Тыкни сюда. Не, самое. Ну... Фелдшер отошла минут на 10, как минимум. Ее можешь заменить, стоит. Ну тогда чопс обратно. К-350К. Блядь, она в рейде, нахуй, висит. Это мастер Алинтони по голосу. Нет, я ее в город позаведу. В город ее так проходит, да? Да-да. Чё ты говорил? Линкани поглоты, плиз. Ай, плюс 1200, да? Все, фелдшер в городе. То есть путаница. Еще раз задаю вопрос. Прист Лайт, ты в Дискорде? Ответь мне, пожалуйста, поставив плюс. Вот, отлично. Твоя задача. Если рейд просел и зеленый выбрал не Касуки, ты юзаешь гимн на ХП. Ты меня понял? Отлично. Самое главное, что если выбрал не Касуки, ты юзаешь гимн на ХП. Прости юзает гимн на ХП, только когда все сбегаются в Касуки и, блядь, и рейд просел. В противном случае не юзаешь ничего. Короче, 7700 у меня ХПС должен был быть. А чё, Касуки что ли особенный? Хули он не сбегается? Потому что, да, он особенный. У него, блядь, метка аватара, нахуй, на нем. Во лбу горит звезда. Да. Фулл ребафа половина раздали. Почему Агро не сип? Потому что там моб в комнате есть. Внизу. Видите, он там такой мобчик. Его надо убить, блядь. Пошлите назад и убьем моба сверху на...
Не, не надо красного жука вот эти, этого. Не-не, жуки. Все, назад. Ох, и мастер, не мог раньше скомандовать. Прота. Чё за эры? Вешай на всех прот. Что ты там говорил, сбегаться мне, не сбегаться куда? Тебе никогда и ни под каким слизнем не сбегаться. Единственное условие, если тебя выбирает красный, естественно, ты бежишь. Всё, добро. Во всех остальных случаях, даже под зеленого, ты не сбегаешься, а наоборот, его и забегаешь. Даже когда тебе зеленый выбирает. Ну, я всегда так делал, я не сбегался по зеленому. Шарпи император. Я что, ламер хилом сбегаться, что? Ну, Шарпи. Не знаю. Будешь не ламер. Вы по Алисии СС дали? Да, забей херу, тверка, закроем тебе профа заодно. Что? Ты боб давать будешь потом. А, реально. Я же платил. Бля, упаран, давай, агри. Ведешь под колбу после того, как появляются слизни. Ой, слизни, блять, эти лужи ебучие. До этого стоишь сейчас на месте. Слизни, лужи появились, веди. Веди прям сразу под колбу прям. До этого не надо никуда его было вести. Все правильно ты сделал. Друиды. Хилы, если у нас такие есть, желательно юзать на меня бурный рост. Бурный? Да, бурный. Зеленого. Зеленого играть. Хорош. Сбежались. Все, под стол. Когда ДК выбирает и никого рядом нету, зеленку прожимаете и выживаете от зеленого. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Это ДДшники, готовьтесь. Сейчас будет выходить красный. Ну, не сеть. Пельмени. Хорош. Красный начинает появляться. Готовьтесь, РТДшники. Красный появился. Побежала метка, которую выбрал. Косуки, беги. Хорош. Беги. Неправильно бежишь, но нормально. Добили босс. Топите босс. Следующий слизень это будет зеленый. Мастер, я пожалуйста, становится попросту. Водил. Ты через лужу водил. Это неправильно. Да не. Пельмени, колбы и разбежались. От зеленого отошли, там колбы стоят. Уводи, упаран, не надо тут стоять, тут лужа огромная сейчас разольется. Меликам нужно дамажить, помогать. Пельмень летит, убедите. Бля, раки нахуй, кто словил. Красный появляется, готовьтесь. Красный побежал. Казум, беги. Зеленый появляется, готовьтесь. Луж много пей. Все нормально. Это с расчетом на рагу. Нету бурного роста.
Ничего страшного, сместились чуть-чуть левее РДД. Красный слизень появляется, готовьтесь. Появился, бейте. РДД. Касуки, беги. Все в красного и босса переводим. Бля, лучше что-то, блять, не пьются нихуя. По луже не бегите, вы пчелы. Нормально, нормально, нормально. Я вообще через колбу пошел, каем. Зеленый, 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 готовьтесь. Зеленый. Не замедлишь, да? Геру, Геру, после сразу после выхода Геру давайте и зеленого заливайте. К зеленому нужно. От зеленого уходим. Как выбрала цель, сразу сбегаемся. Я забираю профу паран. И держу его пока что. Я первый. Сначала бьют все слизня. Первая прожимка пошла на рейд. Волмана не забывайте, пожалуйста, хилить. Химические бомбы отбежали. Все, добили, хорош. Мелики перед лицом стойте. Ничего страшного в этом нет. Парирование пойдет, да и хуй бы с ним. Пельмени. 4 стака на Волмане. Сори, рад. Я там это, кусочек поделал. Спасибо за боб, отводи, отводи, отводи там лужу. РДД, старайтесь все держаться в царе обезьян. Потому что, блять, он ловит нормально ебучие эти колбы и пельмени. Гимн на ХП назад сыграй, пожалуйста. Нет, не надо. Не надо уже, не надо. Спасибо, спасибо. У парант забираю. Начальнику на паранта кинь. Оп, блядь, диван. Чё ж ты колбы, сука, кидаешь, блядь, под миликов, ублюдок. Блядь, ребят, не лутайте сразу, как зайдете, я вылетел. Сейчас зайду и... ты не получишь лут. Химические бомбы, милики, перед лицом всегда держите. Здесь не надо перед за жопой стоять. Уходим сначала на балкон. На балкон. Потом, блять, уходим. Четыре стака. Прожался, прожался, блять, бля, у пара. Ну ладно. Пусть забирает. У паран дал тебе, короче, сакру, чтоб меньше рель било. Заходим дальше, дальше заходим на ебучий пол. Все. Никак не хп. Осколок даже есть, нихуя. А у тебя первый дохуя еще осколков нужно? Да, хуя. Ресницы, пожалуйста, павших. Не, ой, ну зад, это... А что там по ДПС, пожалуйста? Там, блядь, смешно нахуй вообще. Вот этот у меня ХПС это с поглотом, это я еще верю. И то, это рекаунт еще не учитывает ту триню, а эта триня еще нахилила где-то 30% моего общего ХПС. Макс забирал ты, уже. Короче, топ-1 я бы здесь был. Нет, не забирал. Не был, по-моему, маковские печеньки-то. Блин, конил, ну зад, что там был? О, хочу, хочу. Ты уже забирал одну, не? Нет, это первую, там другую какую-то забирал. Трэш, короче, ребят, много не агрим. ДК, пожалуйста, какой, любой, который подбежал уже... к трэшу, блять, притяните, чтобы только один моб, а один омрачённый верховный маг согрелся. На кровавый идем, потом на лед. Спасибо. Только что-то... ханту больше никому, я даже ханту эту хуйню не хочу давать, ну блядь, ладно, пусть с вами, больше никто не ролит. Если есть еще ДК, притяните маг, который вдалеке.
Шейпер тут? Но... Шейпер, а тебе что, сука, осколок не надо, что ли? Нет, я проспал. Что ты сделал? Проспал. Это, кулак, балла. То есть, осколок никому не нужен, да? Да, да нужен шейперу, блядь. Или чё он проебал момент? Ты вылетел, что ли? Нет. Я ну, пошёл а без моба. Ну ты, блядь, я был в бою? Ну так ебанутый, иди забери, шо ж ты такой наркоман? Ребят, бейте абсолютно всех мобов, но играйте через омраченного советника. Это большой, блядь, лич. Ребята, дайте ребята, У Паранта, у Паранта, поднимайте у Паранта, пожалуйста. У него пол хп всегда. Достать тебе больше нужно этот маленький. Алиса, ты там что бафал? Каски. Хилы, присты, паладины наверх поднялись, все остальные снизу стоят. Поваром. Омраченный рыцарь слева законтрит Шансунг. Омраченный рыцарь справа законтрит у нас Ойнузад. Омраченный рыцарь крови законтрит... Я законтрю его. Лича законтрит... Бля... Сейчас открою нахуй. Простя. Забрал? Да. И омраченный рыцарь крови, который стоит вдалеке за спиной лича, законтрит царь обезьян. Поехали. Не, подожди, подожди, я не стой, стой. Ну, другой, подходи, другой. Подходи уже. Да пусть другой просто законтрит и пуляйте, и сейчас мне атаки нужно. Шейпер, сколько, сколько? Право, простя, омраченный лейтенант, омраченный тактик, Ойнузад. Правый, рыцарь крови, законтрит Шансунг. Простя закончит омраченного рыцаря, я законтрю омраченного советника. Все, поехали. Законтрит. Ну, блять, можешь закончить. Я не против, ебать. Ну, я понял, ебать, то, что двух вообще ребята не поняли. Спускаем вниз и все, что ставили. Первый бьется череп. Череп всегда бьется первым. Крест и этот квадрат дайте фиры полотен. Бьется потом крест. Если на кресте висит бабл, невосприимчивость к урону, бьется квадрат. Не убили. Ничего страшного. Ты же воин, не? Да. Раньше там тихо. Я не... Эх, не тут. Вы не можете. Просто какой-то долбоёб на присте бьет у нас луну. Я ему передаю привет. Страстных пожеланий. И, блять, свозил бы его в лес нахуй. Показал бы, как там Войд говорил. Багажник нахуй из девятки. Теперь скажи, что это за прист. Это либо Простя, либо Шансунг, либо Ойнудзад, либо... Я не буду говорить... Я не говорю, блядь. Это я. Это они сами знают, нахуй, эти ребята. Стол, блядь. Че, багажник красивый? Ну, блядь, посмотришь, нахуй. Бамперов покажешь. С подсветкой, да. И с трехкиловаттником, блядь, внутри. Багажник вид сверху, да? Гульмаги герб долганов. Хорош. Ребят, давайте не бейте, ресните хилы у нас. Даем на свет. По ним можно сразу дать баф. Для максимальной эффективности. Баф это такое. Череп, простя. Ой, ну зад, трусы.
Царь обезьян, квадрат, луну, шансунг, я, ромбик. Даже стоит. А у меня в киле а, нет, выставлено все. Че, контролить? Конечно. Раз, два, поехали контролить. Вниз спускайте, вниз сразу спускайте. Заебись, всех законтролили, блять. Все нормально. Ну, так и должно вообще быть. А че вниз, бейте тут? Нельзя пристам тактика контролить. Он прыгает. Тактиков надо паладином. Херовым, херами надо. Либо отходить от них подальше. Не имеет это никакого значения, кто контролит. Имеет ли значение? Оу. Стоп, блядь. Если четыре раза подряд походит оглушение в виде сапа, то это, блин. Вышли с контроля остальные, блядь. Раздали фиры паладины. Волман начальник хуба, раздали по фирыны. Трусам. Может Геру дать? Хуя. Упаранта хилься. Упаранта, БР. БР по упаранта дайте, пожалуйста, к у любого, блядь, любой друид. Какой БР, блядь? А которого, которого нету, блядь, да? Ладно, я прожмусь, хули. Квадрат сам главный. Просто убивал, ну, у него... Не так. Упаранта. Блин, знаете, как все колдуют после шпада? Это ВРП, но мишки ВРП, нахуй, такое дерьмо ебаное. Он не, я тебе для просто того... Сел... О... Нет, он просто... Я играю, я понял. Да, чтобы всяких Саджиру и прочих ребят держать тебя же, того же, агро, и не сорвали, это нормально. Резать ну, сразу... Это нормально. На босса проблем не было. Это норма. Резать его народ. Единственные шмотки, которые могут быть у медведя на уклон, это шея и два кольца. И все. Им уклон дается формой. Что? Никто от того. Путаница тут? Путаница, блядь. Путана. Давай, назад, ой, назад. Ой, блядь, не знаю. Назад, ой, назад. Одна нога здесь, другая там. Ну ты попросился на этого. На профа только. Или тебе еще что-то надо? Ну, Паран, забирай этот крестик, квадрат, ячейки. Шкаф, поставь, стойте. Да, сначала запулим, потом присумуйте. Путаница у нас засмотрит. Изи крит там. А, ну без хила еще. Нормально. Уже в одного хилами. Ну, нет, я просто смотрел каналы. Там будет бодиката было. Говорят, что мышцы не пьют. Не, я имею в виду, что он ватный. Мишка берет за счет брони и за счет своего хп. У него больше, чем у всех. И брони.
брони больше, чем у всех. Паран, ты, короче, держишь двоих, а я подержу телесета с двумя сферами, хорошо? Я понял. Вот просто ребята, которые говорят за них, да, по базара нет, да ты их не слушай. Ты просто не слушаешь. Нет, потому что они говорят. Я читал никого не слушай и так. Кстати, все РДД играют по сферам. Все РДД слушают. Я просто говорю как факт. Ох, сейчас могучий вихрь будет. Сферы падают, все РДД по сферам. Убегай, блядь, с обрыва прыгай нахуй. 4 секунды. Где-то бьете только точечно, не надо никакого нахуй Е-Т4 свою, блядь, пошли и покурили нахуй, я хуй знает там. У вас есть 43 секунды, чтобы покурить. Я так и делаю. Я ебал, блядь, вот это разлетание сфер, блядь, прожатие баблов. Просто стоите и курите. Пожимайся. В общем, короче, из этой хуйни, за эти поставки я получил бан на свой аккаунт. Чтобы его разбанить, нужно зайти на почту. А я не помню пароль на почте. И пизда нет вара. Ромка. Теперь нет вара. Хуй его знает. Форум пиши. Пиши на форум. Братан, ну если ты не знаешь почту, тебе скажут, ну значит это не твой вар, и не скажут, что не знаешь, да, да, да. Нет, он с пинами может подтвердить все, да, там годичность. Не может, не может, не может, и не везде. Да, можно сменить почту за 5к рублей. Ну, какая бабы, почта? Бабы. Почта какая? Mail.ru? Да. Вроде бы. Смотри точно, я тебе скажу, если Mail.ru, я тебе подскажу, как остановить. Да, Mail.ru получается. Мне, кстати, два аккаунта. Один на gmail.com, и когда я пробую изменить аккаунт, типа, понял, на этой почте, я сменяю на другом аккаунте пароль. И сюда отправляется письмо со сменой аккаунта на Mail.ru. Тогда я не помню пароля. Попробовал восстановить, и там что-то я не помню. 3 года эти 4. У меня больше 10 капсинг не было. Много трэш не оказывается. Паранд это же не жизнь, да? Да. А как он, блядь, мой вопрос? А как? Очень сложно.
умирать, вот как я сейчас вот умираю, Волман, похилит бы. Суджиру там похилит. Я не могу Суджиру снять, он там бегает этот бегущий так. Что товарит? Да, один хуй, блядь, он прям проебашивает нахуй насквозь, блядь. Как тряпка. Сейчас захожу. Короче, я так понял, он остался на команду. Конечно. Это мне что ли ждал? Давай, докатим. Давайте обращаемся.
you don't want trip me. My tripper, my tripper, my tripper won't hit me. My father, my father, my father can't feel the love. Ooh. My shooter, my shooter, my shooter won't trip me. My tripper, my tripper, my tripper won't hit me. We'll be right back.
Thank you.